Всем привет! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно налить себе чай, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой галактический футбол, первая серия 15-го сезона. Ты чего? 15-я серия первого сезона. Первый сезон, 15-я серия, да, вот так. Записываем, прикинь, сегодня вторую серию не подряд, ни в коем случае. У нас был перерыв на две другие серии, вот мы вернулись неожиданно, не планировалось, но они говорят... Хочу посмотреть, как мои тебя разнесут. Вот, и мы опять тут вообще такие вот. 6 роликов сегодня сняли за день. Вот. Это 6-й. Представляете, это очень много. Это 6-й, поэтому если Аня молчит, и я молчу, а видео идет, то ты не обращай внимания. Так должно быть по сценарию. Это значит, мы устали очень сильно. Да. Запускаю? Да, давай. Опять это. А еще мы записывали на каждой чередеек. Планете галактики. Короче, момент. Чередеек записывали и резидент записывали на полной громкости. Да, вот, хотел сказать. Короче, из-за того, что футбол очень тихий, его искусственно еще докручиваю, чтобы было погромче. А остальные проекты, они у меня немножко искусственно заглушены, чтобы был баланс. И вот, и короче, я здесь подкрутил побольше, а в других проектах забыл его открутить, и в итоге вот все это время там было, короче, очень громко. Я надеюсь, что не очень громко, и все будет нормально. Вы найдете поток, мощную таинственную энергию. Здесь, на Акелиане, мы называем ее дыханием. Поток настолько силен, что может быть опасен, но только не для Галактик Футбол, самого зрелищного спорта в галактике. Но 15 лет назад таинственный взрыв потряс Акелиану, унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире суставы. За кубок Галактик Футбол. 15 лет без достойной команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Акелианы. Потрясающе. Наша судьба в их руках. Галактик Футбол. У нас первый тайм прошел. Предыдущей серии Галактик Футбол. Так, я этот на улице проснулся. Наверное, тебя лишили памяти. Так, все готово. Вы гений, Клэп. Меня мама вынуждала это делать. Я не хотела, чтобы так вышло. Вы мне оба нравитесь, и... Да, планета Шэдоу не самое приветливое место в галактике. Не давайте себя провоцировать. Будьте агрессивны, да, но только владея мечом. Брось, ты отлично знаешь, что твоей команде не выиграть ни в этой, ни в какой-либо другой игре. Ты для себя уже давно все решил, Арч. Вы что, проиграть хотите? Это еще только первый гол, Арч. Никогда так больше не делай. Никогда не делай так, понятно? И она не стала. Я всегда предпочитал разгром простой победе. Сейчас будет конец тайма, все пойдут в раздевалку, и Арч начнет им вот это люлей прописывать. Вы совсем что ли в своем уме? Нет, где команда, где сплоченная рама? Мы что, зря бегали на крыше стадиона, как дурачки в зимой? Вот это начнет. Потом скажет: Мэй, ты что вообще делаешь? Зачем ты... Ты на защите стоишь или что? Ты что, мяч оббегаешь? Вот так начнет, да? 15-я серия. Последний шанс. Авторы сценария Винсан Банжур и Лоран Тернер. Вы делаете то, что они хотят. Они вас провоцируют. Я прочитал и перевел быстренько. А вы поддаетесь. Надо сосредоточиться на игре. Тогда вы сможете... Видишь, я же говорил, это не наша раздевалка. На этой двери написано «Неудачники». Ты прав. Не слушайте их. Покажите, как вы умеете. Вот это вот, во-первых, так некрасиво. Во-вторых, вообще какой-то... как ребенок, да? Как задира такой школьный. Да, я еще в прошлой серии это говорил. И причем его вот эти друзья скелетообразные, они его еще и поддерживают. Типа, ребят, вы в серьезном мероприятии участвуете. В галактическом футболе межгалактического масштаба. Это тебе не с друзьями вон в футбол играть во дворе. Это не относится так. Типа, а они такие, типа, вообще, не знаю, их шутки вообще максимально не смешны. Тут серьезные ребята играют. Эти играть. Арч прав.
Действительно, если это наш последний матч, сделаем так, чтобы нас запомнили. Да, вы же не хотите, чтобы все... Сейчас пойдут, короче, на матч. Там же они на лифте поднимаются. На лифте поднимаются, поднялись. Все же такие штаны снимают, жопу показывают, одевают. Типа надо же, чтобы запомнили. А я считаю, что после такого уже все не забывается. Поверили, что этот глупый Синет прав? Ты прав, Рокет. Пора давать сдачи. Go, Snow, go! Хорошо, берегите силы. Они вам понадобятся на поле. Ну, он, конечно, Мэй не поругал, я недоволен здесь. Я считаю, что Мэй надо было наругать, сказать: Мэй, ты зачем мяч оббегаешь, Терн? Только Мэй надо было ругать. Рокет? Я знаю. Я тоже хочу, чтобы это продолжалось. Космическая база Техноид. Клэмп, ты рад, что вернулся? Страшно подумать, как далеко ты летал, только за тем, чтобы снова вернуться в квадрат один. Надеюсь, ты привез мне хорошую новость. Твой клон сделал свое дело. Сопротивление бесполезно, Клэмп. Яд циркулирует у тебя в крови, а противоядие есть только у меня. Если хочешь жить, придется со мной сотрудничать. Я тебя ненавижу, Блейлок. А я и не прошу любить меня, Клэмп. Меня интересуют только результаты. Анализы Трана показывают, что метапоток еще не достиг своего потенциала в Snow Kids. Выздоровление пока ничего не даст. Метапоток нельзя синтезировать. А если проще? Эволюция метапотока, видимо, связана с эволюцией дыхания. Иными словами, если команда Арчи выйдет из турнира сейчас, то метапоток станет невосстановим, так? К твоему сведению, Клэмп, твои юные друзья пока проигрывают. Я очень надеюсь, что они сумеют переломить. И он такой, типа, в моих интересах, чтобы Snow Kids остались в чемпионате на подольше. Он же, я так понимаю, один из главарей вот этого техноида, межгалактической компании. Он такой звонит так: ага, снайпера можно? Сейчас Shadow, короче, нам по воле выходит, вы, пожалуйста, там пятерым ноги подстрелите. Ход матча. Иначе? Иначе вы лишитесь метапотока. А ты? Ты лишишься чего-то еще более ценного. Если не случится чудо, то трудно представить, что Snow Kids смогут отыграться, если учесть, с каким счетом ведут Shadows, обладающие колоссальным преимуществом. Shadows! 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 Покажите трибуны, пожалуйста. Это тебе не аватар, где все прорисовано. Ну и крикуны. Эй, не вешайте нос. Наши еще не проиграли. Да, если даже вы потеряли надежду. Shadows! 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 Что они так много ошибок в слове Snow Kids сделают, конечно. Вообще не понимаю такого. Где выйдет? Во втором тайме, Арч, им будет трудно играть так же быстро, как в первом. Надо сбавить темп игры. А второй раз можешь танцевать будет? Танец будет сейчас. А я не понял. А наши танцевали нет хотя бы раз? Нет. А почему не танцуют? Надо им тоже танец отрепетировать. У них нет хореографа. Что... Вот, надо нанять хореографа, чтобы страшно было, чтобы ты танцуешь, и противники такие: о, снежные дети вышли. Да, все, не будем с ними играть, сдаемся. А ты заметила, да, что их логотип — это их культяпка? Это как будто из той серии вырезали и ставили. Это как превращение чародеек. Надо же хронометраж растянуть. Вставляют просто по приколу. Клянусь, имя татаром не пройдет. Арч, скоро ты узнаешь истинный смысл слова «разгром».
Вот он, кстати, в прошлый раз, я помню, когда Snow Kids с Red Tiger сыграли, он тоже такой, типа, да, я вообще выиграл, ты вообще будешь это пятки мои целовать. Он еще Тию там, ну, это ногу повредил, там, и хотел, чтобы родители забрали. А потом проиграл, такой, типа, локти начал кусать. Сейчас тоже довыпендривается и опять начнет локти кусать. Я знаешь, что думаю? Я думаю, победит сейчас Shadows. Ага. Но из-за того, что Snow Kids нельзя выгнать. Их как-нибудь по блату оставят, но на деле должны по-честному победить Shadows. Типа, знаешь, у техноидов же нету вроде своей команды, они такие, мы хотим, чтобы вместо нас, как межгалактическая команда, играли Snow Kids. Да. Не, сейчас будет лютый разнос, смотри, сейчас болеть будем. И вот этот прикол с прыжком тоже не очень понимаю. Типа, почему он всегда спиной телепортируется к Рокету? А да, лицом к Рокету. Впереди, наверное, смотрят, кто есть, типа, чтоб открытые были. Это тоже из первой части было. Он одни и те же трюки выполняет. А, он же, получается, к своим воротам спиной. Ой, ну типа, туда, куда ему нужно бить. Да-да, странно. Единственное, я это, знаешь, как вижу, он, наверное, бежит за Рокетом и телепортируется. И он, когда смотрит в одну сторону, он может телепортироваться, только да, смотря то есть, в эту сторону. То есть ему нужно сбежать спиной, чтобы телепортироваться вперед. Да-да-да. Нам еще сцены из прошлого этого пока серии. Показывает, какой Рокет крутой, какой верченый. Мяч. Помогите он Рокету, он не может все делать сам. Ну-ка. Майкрафт. Сейчас смотри, смотри, Мэй. Звездный час Мэй. Да? Давай, ну, ну, убеги в сторону. Нет, не убежи сейчас. Ну ладно, нормально. Нормально. Блин, ну это больно. Главное, чтобы месячек не было. Отойди. Ты жива, Мэй? Да. Смотри, смотри, даже руку ей дает. Ну ладно, здесь заслужила. Не надо с ней по-хамски. Она все-таки своей тушкой спасла ворота. Все, молодец. У них явно что-то замечательное. А еще... Это важный момент, это в прошлой серии сказали, я, короче, что-то хотел на это заострить внимание, немножко забыл. Сказали, что Синет проникается энергией Shadows, там было что-то такое сказано, если ты помнишь. Угу. Это очень важный ключевой момент. Я тебе не буду ничего говорить, но ты можешь пока думать об этом. Ты тоже можешь думать об этом. Ой, сейчас красиво будет, давай! Оп, и нет, а где Рокет? Все, исчез. Да блин. Если сейчас Рокет забыл, это, конечно. Ну, он тащит на себе всю игру, да? Все, счет открыли. Даже Арчи говорит. Где Майк Райс? Помогите Рокету. Ура! Ну красиво, красиво придумано. Здорово! Великолепный гол. В начале второго периода Рокет играет замечательно. Второго гола я не потерплю, понятно? Ну-ка, не потерпи. Так, Майк Райс. Ага, Мэй защиту хорошо держит. Так, ну Тран, как всегда, на пузико приземляется. Трам совершенно измотан, но его рана почти зажила. Он единственный, кто не использует дыхание. Его поток, наверное, уходит в лечение. Нет, потому что говнюк по имени Клэмп украл у него поток, чтобы отправить другому Клэмпу. А, он у него выкачал. Мало потока. Да, и он теперь не может его использовать. Этот Клэмп тоже чертил тут еще. Нет, техноид такие интересные, говорят, мы хотим, чтобы чтобы Snow Kids шли дальше, развивались, но сами выкачивают из них поток, который
это мешает им выигрывать. Ну, как бы, ребят, вы сами себе противоречите, я считаю. Ты уверена, что твоя чудо-машина не воздействует на его поток? Это невозможно. Тран да, просто да, не восстановился после первого тайма, как и все остальные. Да, может да, быть. Ага. Только я не уверен, что Мэй сможет долго держать такой темп. Ну ладно, Мэй раскрылась в этом тайме, нормально. Так, пас Рокету, Рокет сейчас так охотит. Блин, те вообще. Нет, она вообще... Так, пас Джоку. Джок, пропусти мяч. Так, опа, и Маграйс, нет. Эх, Джок, а ладно. Нормально, 3-2. Рокет тащит. Хорошо. Очень хорошо. Так, подожди, я не готов, я что-то уже вспотел. Подожди, если нам показывают, что Мэй может пропускать мячи, то те, наоборот, типа, всегда тащат. Ей вот какой пас не отдадут, она всегда перехватывает. Причем те с Рокетом, они вообще в полузащите тусят, чтобы ты понимала. Они даже не в нападении. Да, да, не нападающие. Они типа, ну, между, так сказать, тусят, и то постоянно тусят у чужих ворот и забивают голы. Да, но Мэй, она, видишь, она у нее нету такой решимости. То есть, чтобы быть нападающим, нужно бежать чуть ли не впереди мяча. А Мэй, она больше, ну, как раз-таки, чтобы отбить мяч, так сказать. В защите тоже надо уметь играть, как бы, не кажется. Не, ну сможешь. Да, мне кажется, это тяжело. Ну, нападать интересно. Капитан Сталкер сегодня явно в идеальной форме. Если команда Арчи дальше будет так играть, то кто знает, ну, чем закончится. Теперь вы поверили? Да. Вот это другое дело. Не давайте им играть. Травмируйте их капитана. Я не хочу, чтобы он доиграл до конца. Так, ага, нападение на Рокета. Правильно, так, в заднюю часть. Ну все, это штрафной. Слушай, а где штрафной? На каких планет? А зато этого, смотри, смотри, сейчас это точно оштрафуют за не этого. Не надо играть в их игру. Перестаньте нарушать правила и играйте, черт возьми. Как бы хочу заметить, что сейчас Тран ударил в мяч. Он сделал подкат спереди в мяч. Мяч полетел, значит... Кого это волнует? Нет, подожди. Это планета Шоу. А этого Рокета прям в лодыжку сзади, так вообще нельзя делать. Видите? Это должно было случиться. Спокойно, спокойно. Все нормально. Главное сейчас, Рокет, чтоб Ахита... Рокет, переходи вместе с Мэй в оборону. Ну и да, Ахита вообще норм. Ахита спит сейчас, не бойся. Ахита, она часто бьет в правый верхний угол. Ахита! Да-да-да, куда спит, куда бьет. Пока, бать. Правый верхний угол, Ахита, ты понял? Это другая сторона твоих ворот. Не, а, кстати, а правый это относительно кого? Относительно Ахита или относительно ее? Потому что хорошо, относительно ее он в нужном месте. А относительно его нет. Ну, сейчас посмотрим. Ахита! Ахита! Да, это с той стороны. Ну, ты любишь, конечно, вот на вот таком вот играть. На нервишках. Хорошо, я ничего не говорил. Приближается конец матча. Он этот, он реально, он какой-то этот, абьюзер. Он чисто играет на эмоциях фанатов. Он такой, типа, сейчас я, типа, сделал так, чтобы все думали, он что такой, сейчас, сейчас, еще минуточку, минуточку, минуточку. Оп, сейчас, оп. А если он проплаченный, знаешь, вот... Да, смотри, короче, идет момент... Тогда ему 50 рублей заплатили, и он такой, я согласен! Нет, нет, смотри, идет момент пенальти, и букмекерские конторы всей галактики такие, типа, ваши ставки, забьет или не забьет, забьет или не забьет. А Ахита такой притворяется, что спит, типа, и все такие ставят, что забьет 100%. А потом, оп, и Ахита отбивает, и потом 50% от всех выигранных денег они еще делят. Гениальный бизнес-план. Забить два гола, необходимые для выхода в финал, Snow Kids уже не успеют. Да ладно, что такое? Успеют, смотри. Я ж верю в них. Оп, Майкрайс показывает наконец-то. Первый раз за матч. Штраф! Snow Kids пробьют свободный. Это явно последняя атака в матче. Последние минуты. В этой команде. Я говорю, Синет, говорю, конечно, единственная персоналия в этом матче. Ну, типа, в своей команде. Да. Им же просто нужно один гол забить. По идее, когда счет равный, дается доп. Время для забития последующего гола. Поэтому, мне кажется, если они сейчас гол забивают, потом, если даже время заканчивается, должны продлить до забития. Вроде как так.
минуты участия команды Арчи в чемпионате. Такая ширинка смешная. Как буквы L. Английская. Батьки пошли, а смотри. Сейчас тоже красиво должно быть. Ну-ка, давай, пичфейс. Так, раз, два, три, четыре, пять. И это, и Тия такая на табло сидит просто, и такая спрыгивает в моменте, чтобы сверху дозабить. Блин, я не удивлюсь. Они еще и вдвоем. Офигеть. Мегапоток, смотри. Сейчас ее закинет в ворота. Кузика. Она спряталась? Да, я тоже не понимаю. Она типа засала, она такая типа, блин, же рук сломала. Это как ты понял, что это она? И, ну, у них длинные волосы. А, слушай, ее же назвали. Или там это не ее. А, нет, не ее. Там типа тот, кто забивал пенальти Ахита, назвали имя ее, это женщина была. А я, короче, знаешь, как рассуждаю? Я думаю, раз они все с длинными волосами, они все пусть девушки. Она, да? Пусть они все будут она. Это странно. Есть! Да! У-ху! Ты сделала, да? Ура! Нормально, нормально, сравнялись. Вот это я понимаю удар. Ну все, он не потерпел, короче. Какой великолепный гол! Но до конца игры осталось всего 20 секунд, а ничьей нам недостаточно. Эх, если бы... 40 секунд, блин, за 40 секунд гол попробуй забей-ка. Если бы у Snow Kids было больше времени... Сейчас центр поля будет бить. Нет? Ладно. О, тайминг. Так, накаляющая обстановка. Я верю в тебя, Майкрайс. 1-1 ведет мяч, смотри, бог. Опа. Давай, ты... Чё? Ну ты дурачок. Вот так был, да? Он взял эффектом неожиданности. Вот кто еще бы сделал такое движение, а? Такой прием кто бы сделал? Никто. А он сделал, и видишь, противнику вообще в недоумении. Он думает, что же тут происходит, ребята? А это гол! Да нет. Да, гол. Смотри, в воротах поймала мяч, дурачок. Вот так. А я почему-то думала... что нужно именно в сетку забить. Не-не-не, надо, чтобы вот линию преодолел. Даже я видел в каких-то профессиональных матчах, короче, типа, знаешь... Я думала, это она сейчас словила, типа. Вратаря, короче, обманывали настолько, что вратарь куда-то выбегал, потом пасовали, мяч уже вот на линии практически был, и люди, типа, жопы, короче, в профессиональных матчах прям дозабивали. Они садились такие, жопы подкатывали, чтобы он линию пересек. О, было сложно, конечно, ребята, но мы справились. Здорово! Как, ну, как всегда, да, первый тайм ни о чем, а второй норм. Какие радостные. Не потерпел. Чё, потерпел, да, поражение? Иди давай на лысо в рейс, а ты как бы заслужил, там, иди увольняйся и всякое такое. Блин, дом классный. То, что сделали Snow Kids, просто невероятно. Это войдет в книги рекордов. Они смогли вырвать победу у Shadows. Да еще как! Теперь ребята будут участвовать в завершающей фазе схватки за кубок. Борьба за кубок галактики продолжается! Следующий этап – стадион Genesis и финальные матчи. Ты отлично играла в этом матче, Мэй. Во многом мы выиграли благодаря тебе. Спасибо, Майк Райс. Мне при... Ну, во втором тайме она реально хорошо защищала. Нам во прям втором... сколько кадров показывали. Да, но я бы не сказала, что она всю игру тащила. Ну, не всю, да, половинку. В первой, конечно, люто бесполезная была. Приятно, что ты так говоришь. Он прав. Ты отлично играешь, Мэй. Знаете, я не жалею о том, что я не нападающий. Это не для меня. Кстати, ты тоже играл неплохо. Да. Но Арчи будет меня критиковать, я слишком увлекся индивидуальной игрой. Эй, а почему его здесь нет?
Да уж. Арч! Артегар, дружище, ты меня ищешь? Арч, на этот раз тебе повезло, но клянусь, в следующий раз все будет иначе. Знаешь, он такой бы, я не принимаю никаких вообще поражений в свой адрес, поэтому достает пистолет и стреляет в Арч. Такая странная... Дружба? Нет, такое странное лицо у Артега. Вот скула, короче, сейчас я его покажу. Артегар, ты же сам Артегар. Понимаешь, наша победа ничего общего с везением не имеет. Прошу меня извинить, я должен отметить победу вместе с моей командой. Я всегда буду стоять у тебя на пути, Арч. Я выиграю в решающем матче. Не покажу, да? Короче, что хочу сказать. Можешь перемотать? Что у него скула обычно вот тут идет. Типа, ну вот так вот рисуется. Ну типа под углом, вот так. Да, вот так рисуется. А у него вот так. Прямая. Да, но это потому что, я понимаю, почему это, типа, они хотят сделать, ну, типа, объемное лицо показать, да? Но почему-то у него вот так прям идет ровно. Ну, потому что это не 3D. Интересная рисовка просто. И тогда я сказал себе, макро-ай, старина, ты можешь идти направо, а можешь налево. Но поскольку я так и не выбрал направление, я решил бежать прямо. Да молодец ты, молодец. Мне тоже понравился твой мув. Я считаю, такой мув надо вообще в учебнике по футболу записывать, как вообще уникальный и неповторимый стиль Майка Райс. Видели бы вы физиономию. Опять валяешь дурака, Майк Райс? Ты бы лучше берег силы для сегодняшнего вечера. А что будет сегодня вечером, сэр? Вечером, Майк Райс... Мы будем праздновать. Да. Да. Ты счастливчик, Клэмп. Они выиграли. Ты рад за них? Иди займись делом. Тебя беспокоит, что ли? Чего он все время ходит к нему? Вот как его не покажут, всегда он приходит к нему. Тебе делать нечего, реально. Он вообще-то за ним следит. Типа, все сделал, он его начальник. Ну, так ты либо сядь и сиди и смотри, что он делает, либо уйди и не приходи. Справедливо. Либо приходи, я не знаю, раз в день. Каждый день ты ходишь. Каждый час. Или за себя. Что, тайминг? За себя и за Сашку. Когда мы сможем восстановить метапоток? Через сколько матчей? Да ты уж спрашивай. Невозможно сказать. Нужны регулярные замеры, чтобы определить, как быстро он эволюционирует. Значит, твоему клону придется потрудиться. Надеюсь, что эволюция идет быстро, Клэмп. А Клэмп, ты какой-то приемник тут строит, смотри, чтобы, видимо, спастись из этого кромешного ада. Это все для меня. Для нас, Майк Райс. Для нас. И это еще пустяки. То ли еще будет, когда мы завоюем кубок. Запомни, это моя судьба. Знакомься, мистер Джонсон и мистер Грамм. Очень приятно. Очень. Я дизайнер одежды, которая распространяется в нескольких секторах галактики. А я представляю шампунь, который продается на 26 планетах. Эти джентльмены хотят использовать твою фотографию для рекламы своих товаров. Вовремя. Мне давно пора обновить гардероб. И знаете, мои волосы просто обожают ваш шампунь, мсье. Прикольно. Ты видел, Мэй? Невероятно, она уже дала интервью и подписывает рекламные контракты. Да. Она такая женственная. Не знаю, как ей это удается. Сегодня на вечеринке она будет самой красивой девушкой. А ты знаешь, как ты играешь? Ты вообще восхитительно играешь. Вот мы вот ей бы поучиться, конечно, в твоей игре. Да, как ты вообще вот бомбически. Какая там женственность, когда так играют. Иногда мне хочется быть похожей на нее. Мне кажется. Не знаю, мне кажется, да, типа, быть женственной это прикольно, но у нее какой-то свой, ну, свой вайб у Ти. Какой-то свой вайп, и не обязательно, несмотря на то, я вообще что она не вижу. Какая-то спортивная, типа, это хуже ее не делает.
Я вообще не вижу в ней ничего такого, чтобы говорил, что она не женственная. Если, ну, типа, одевается она, ну, обычно, типа, здесь, наверное, у нее голос имеется. Симпатичный, лицо тоже, волосы как бы женские, еще как бы женщина и женщина. Здесь скорее имеется в виду, что она не заморачивается по поводу там своей, там, не знаю, мыть шампунем, с кондиционером, там, свои волосы, делать маникюр, там, не знаю, женственно одеваться в юбочке, на каблучках и все такое. Ну, вот типичные понятия женственности. Мне вот почему-то кажется, не знаю, покажет ли в этой серии или в следующей какой-нибудь вот этот, знаете, праздничный вечер, поздравления наших Snow Kids. Мне почему-то кажется, что Тия все-таки сейчас такая, как-нибудь ее кто-нибудь приоденет, может, даже Рокет, может, не он, и она такая, типа, будет вообще огонь пушка, будет. Да. Ну, я сейчас пушка, мне очень нравится. Больше, чем мы. Рокет, я с тобой разговариваю? Он не вернулся. Что? Родители всех игроков уже давно здесь. Нет только моего отца. Мои родители тоже не пришли? Это другое дело. Они на другом конце галактики. А мой отец живет в 3 километрах отсюда. Возможно, у него есть причины. Какие причины? Прийти и отметить нашу победу – прекрасный способ наладить отношения. Ему тоже нелегко. Он всеми брошен. Его бросил отец, его бросил брат и... Я его не бросал. Он сам сжег все мосты. И вообще, что ты знаешь о моем отце, Тия? Рокет, я не хотела... Ой, ладно, не кипишуйте, нормально все. Ну, я бомбанула просто. Ничего страшного. Нам надо отдохнуть и снять напряжение. Малинку ешь? Вы совершенно правы, госпожа Симбай. А... Вкусно тебе? Извините, сэр. Да, Майк Райс? Это Я насчет того, что вы сказали мне в академии перед матчем. Что ты хочешь знать? А собираетесь ли вы оставить меня в команде? Или нет? Нифига ты сыграл. А ты как думаешь? Ну, в конце концов, я неплохо играл. Нет? Это правда. С другой стороны, я не должен был заманивать команду в логово пиратов. Это тоже правда. Хорошо. Я понимаю, сэр. Мне не место в команде. Одно я знаю точно, Майк Райс. Мы редко в чем соглашаемся. Нет, сэр. Постойте. Вы хотите сказать... Ты действительно думаешь, что я готов потерять такого талантливого игрока? Ура! Спасибо, сэр. Спасибо. Вы не пожалеете. Обещаю. Я сделал блестящий перехват. Я завладел мячом. И тогда я сказал себе... Он просто рассказывает эту историю всем, и не важно, что они вообще с ним в одном матче были. Я пойду направо. Или налево. Спасибо, Майк Райс. Ты уже в третий раз рассказываешь нам одну и ту же историю. Хорошо. Тогда я... В чем дело? Ой, он окаменел. Вот она. Красотка. А говорит не женственно, но вы посмотрите. Блин, ну какая на она офигенная. Я прям как чувствовал. Вообще, да, вот это платье супер, мне очень нравится. Очень красиво. Тия, ты выглядишь потрясающе. Спасибо. Я решила изменить свой стиль. Я рада, что тебе нравится. Это правда, что... Что, Тран? Что ты выглядишь по-другому. Ты здоров, Рокет? Я... Да. Вообще-то, я не хотел говорить, что ты прекрасно выглядишь, Тия. Но не могу. Жаль. Но ты все-таки скажи. Тия, ты очень красивая. Спасибо. Эй, что вы делаете? Я хотел кое-что... Ой, вот это вот, знаете, запах феромон прям вот понесло. Вот это все, вот эта любовь какая-то. Мне нравится реально ее платье, вот эти вот, то, что у нее там вырез такой, и как, не знаю, как это называется. Такие лямки, типа. Да-да-да, вот эти лямочки, блин, это очень прикольно, красиво смотрится. Ну такой прям секси-шмекси, конечно. Что спросить у Рокета? Ты неправильно выбрал момент, дружище. Прости за то, что я тебе наговорил. Но я действительно злился, потому что мой отец не пришел. Я понимаю. Когда-нибудь вы обязательно помиритесь. Вот увидишь. Но пока у тебя есть я. Может быть. Я хочу, чтобы ты был счастлив, Рокет. Нет, ты смотри, какая она, это, как она, инициативная. Она такая сама в платье пришла, пока этот в своей мохнатой толстовке сидит. И за ручку его взяла. Правда.
Я уже счастлив. Я только хотел сказать браво. Вы доказали то, что я давно знал. Вы достаточно талантливы, чтобы участвовать в финальном этапе Кубка. Я горжусь тем, что работаю вместе с вами. Ура! 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 Только не заблуждайтесь. Самое трудное еще впереди. Отныне каждый матч будет матчем на выбывание. Реваншей на стадионе Генезис не будет. Я жду вас завтра ровно в 6 утра в спортзале. И притом в хорошей форме. Веселитесь. Работали много, но нужно поработать еще больше. Я считаю, Арчу надо было отметить внешний вид Ти. А это просто пускай бухнуть. Это было бы странно, но мне кажется, оно того стоит. Да, он бы такой: Ти, а что вы делаете сегодня вечером? У вас такое красивое платье. А сколько ей лет? Маленькая. 17 или 18. Ответь. Это Клэмп, я в опасности. Меня похитил Техноид. Меня подменили на клона. Не верьте ему. Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста, ответьте. Дверь открой! Клэмп, это вы? Мне показалось, что я слышу ваш голос. Да, Арч, это я. Я говорил сам с собой. Наверное, от большого волнения. Почему вы не празднуете вместе со всеми? Вы тоже заслужили отдых. Мы на славу потрудились, дружище. Вам не кажется? Вы не представляете, как я рад, что мы работаем вместе. Пожалуйста, кто-нибудь, ответьте мне. Ответьте мне, черт возьми. Ответьте. Прячь. Сейчас опять зайдет. Дурачок. А что, нам костюмы всех остальных не покажут? Где там Майк Райс в пиджаке? Пока своем? Пока только... Во-первых, Тия, мы поздравляем тебя с победой твоей команды. Мы тобой очень гордимся. А еще мы хотим сказать, что нашли женщину с той фотографии. По нашим данным, она работает на стадионе Генезис. Не там ли вы будете играть в предстоящих матчах? Ух ты! Ничего себе. Круто! Блин, опять в следующей серии вот это вот. Вот это вот ты узнал, как выглядит, если что, стадион Генезис. Случайно и неожиданно. Тут все, звездочки какие-то теперь начались. Блин, это крутая серия. Каждая серия крутая. Но вот, ну, блин, тебе, конечно, мне вообще покой. Ты вообще слышал, нет, как я болел? Так я тут комментировал, как переживал свои эмоции. Я, увидев Ти, я даже про матч забыл, что тут как бы Shadows проиграли. Ничего страшного. Да. Так уж и быть, раз тебе так понравилась Ти, то ты можешь название серии придумать. Нет, это твоя задача. Вечернее платье назови. Не знаю. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы ждут тебя там. И всем бустерам, кто на нас подписан уже, спасибо большое, мы вас очень любим. Смотрите все реакции. Да, всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.